Рахмат, кийинки сөз Атамбаев Сейитбек Алмазбековичке берилет. Рахмат, Нурбек Алмазбекович. Вы знаете, что омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева призывала правоохранительные и судебные органы, а также органы прокуратуры обеспечить соблюдение прав и свобод журналистов. И хотелось бы добавить, что права граждан на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати гарантированы не только Конституцией Кыргызской Республики, но и всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, законом Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Это не только я и омбудсман об этом говорила. И, как вы знаете, суд вчера отправил на 2 месяца в СИЗО всех задержанных, 11 журналистов. И по жалобам самих адвокатов, их буквально вчера не впускали в здание ГСУ МВД, ссылаясь на то, что следователь должен был разрешить вход для адвоката. Тем самым нарушаются права всех подзащитных. И хотелось бы, чтобы Алмаз Ахунжанович, чтобы этот вопрос проконтролировали.